Серия Explorer претерпела значительные изменения. Часы с функцией «Время» и «Ничего больше» сохранили свою практичность и продуманный до мелочей внешний вид. По-прежнему с нами характерный циферблат с цифрами, расположенными на четвертях и треугольным маркером у отметки 12 часов. Теперь диаметр корпуса у часов составляет 36 мм, как и в 1953 году. К слову, размер предыдущей модели был 39 мм. Примечательно, что новый Explorer впервые будет доступен в цвете Rollisser. Это союз стального оттенка и золота. Обе версии новинки серии 124270 из стали и серии 124273 в цвете Rollisser работают на базе часового механизма последнего поколения 3230. Rolex четко следует мантре «работает, не трогай», поэтому придерживается политики постепенных улучшений. Благодаря этому модели бренда медленно, но верно становятся все лучше и лучше. В последний раз Explorer совершенствовались в 2016 году, и изменения были незначительными. Были удлинены стрелки, чтобы лучше соответствовать корпусу диаметром 39 мм, а четвертьчасовые маркеры были заполнены люминесцентной краской. Новый Explorer является продуктом этой философии. Часы в более компактном корпусе обновлены не слишком сильно, но качественно. Хотя размер корпуса составляет 36 мм, механизм был усовершенствован по максимуму. Циферблат покрыт обновленным вариантом люминесцентной краски Chromalight, которая дольше светится в темноте. Explorer будут стоить $6450 за стальную модель. Помимо уменьшения размера, другая важная новость – это новое цветовое решение Rollisser – сочетание нержавеющей стали 904L и желтого цвета. В то время как стальная модель имеет матовую отделку даже на браслете, Rollisser характеризует обилие блеска благодаря полированным центральным звеньям из желтого золота на браслете. В дополнение к золотым акцентам на корпусе и браслете, модель Explorer в цвете Rollisser также имеет стрелки и часовые метки из желтого золота. Основные изменения коснулись внутреннего устройства часов. Механизм калибра 3230 имеет внутри анкерный спуск Chronergy и 70-часовой запас хода, как и другие механизмы Rolex последнего поколения. Кроме того, балансир изготовлен из синего парахром, запатентованного сплава необия и циркония, который обладает большим сопротивлением магнитным полям. Точность механизма плюс-минус 2 секунды в день, что является нормой для всей нынешней линейки Rolex. Обе модели Explorer оснащены трехзвенным браслетом Oyster, который оснащен системой удлинения EasyLink, которая позволяет регулировать длину на 5 мм в любую сторону без применения специальных инструментов.